Семен Николаевич, вот приехал с Уфы, привез копченого гуся, такого сами сварите. Машу завтра угостите. Это у нас же, кроме гуся, больше и мед. Очень приятно, что с вами познакомиться. Очень приятно. Вот у нас в Уфе татары, легенда уже, вся республика Башкортостан. Про Исмагил Каламович говорят, все приезжают сюда. Да, вот спасибо большое. Так что, как мы настоящие башкиры, у нас башкиры тоже национальные, это как Якубович постоянно возит, чак-чак, мед. Вот, да. Знаете, когда я работала в «Жди меня», вот да. Вела программу «Жди меня», нам тоже возили все время, вот продукты возили, сувениры возили. Да. Это нормально как бы у наших, вот, у наших людей. Гостеприимность, это да, получается, да, да, конечно. От чистого сердца да, сюда да, делается. Да, 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 не, это... Будете чай пить завтра, так что это настоящий. Очень приятно, что с вами познакомиться. Копченым гусем угостите Машу. Да, обязательно. Здорово. Я копченый никогда не ел. Большое спасибо, Башкирии. Рахмат. Рахмат. Да, да. Рахмат.